Ассаламу алейкум. Вот прошел мой 9-й бой. Что хочу сказать по поводу боя. У нас хорошо прошла подготовочка. Мы готовились в зале Сауль Канело Альвареса. Примерно где-то месяц, наверное, мы были, готовились у него в зале. До этого еще проходили сбор в городе Алматы. Боевые спарринги были там у нас, походы в горы. В общем, полностью перед этим боем у нас подготовка была отличная. Собственно, исходя от нашей подготовки, мы получается такой вот результат. Соперник крепкий был. Я удивился, что он держал мои удары. Я думал, что я мог бы закончить поединок еще быстрее, но так как соперник был стойкий, терпеливый, наш бой продлился 2 раунда. Победу посвящаю я, конечно же, своей стране, своей родине, также своей команде. Хочу выразить огромную благодарность команде Сулеймен Промоушен, а также руководителю Ибрагиму Агаю. Огромное спасибо. Еще хочу также выразить благодарность Канело Тим, Эдди Реноса. Я думаю, что мы удовлетворили наших зрителей, наших болельщиков. Продолжайте смотреть, мы будем еще больше набирать обороты и будем показывать еще красивее бои.